крепость называется Монрепо, да? Очень красиво. Я тебя не могу поймать. Потрясающая композиция. Ёжик. Грибочки. Птички. Ёжик, ёжик, ёжик. Привет. Рысь какая прикольная. А там зима и лось. Лось, конечно, потрясающий. Я зайчик. Зайчик, зайчик, зайчик. Супер. О, красавчик какой. Можно взвесить, сколько весит. Балтийская селедка, такая самая легкая. Что тут? Речная минога. Ну, нормально, тоже легкая. Это речная, речной окунь. Ну, тоже такой ни о чем. А вот этот уже лещ. Лещ так от души весит. А это кто? Обыкновенный судак. Судак вообще тяжелый. А вот этот? Господи, как он называется? Какой-то там лосось? Какой-то лосось очень тяжелый. Очень. Тут классно. Птички очень такие экзотические. Но самый красивый, мне кажется, вот этот ушастик. Самый эффектный. Так, очень красивые грибочки. Мухомор пантерный. Да, рыжик, зеленушка. А вот, вот волнушки самые красивые, волнушки самые эффектные. Самые вкусные. А что за страшненький? 40-цифра. Фу, какой страшненький. Продолжаем изучать грибы. Рогатик. Ну, рогатик самый красивый, конечно. Что уж тут говорить. Ну-ка, сфокусируйся. Отлично. Сыроежка. Ну, сыроежка классная. Подгрузок тоже, в принципе, ничего. И беленький хорош. Ну, тут все классные. Такие грибочки можно, да. Такие грибочки все можно скушать. Заходим в сувениры. Как в сувениры-то не зайти? Тут же красиво. Серьезно? Меня пугает это. Особенно вот этот вот. Спуск вообще шикарный. Сейчас пойдем туда спускаться. Водички. Ну, выбор, конечно, в центре. Потрясающий просто. Там часики. Я уже разделась, потому что мне жарко. Здорово. Здесь все так сказочно, волшебно. И хочется еще гулять и гулять сегодня, тем более замечательная погода. Хочется остаться здесь навсегда. О,
Вот он, этот самый старый дом. Сейчас пойдем посмотрим, что там. А здесь еще и кафе есть. Здорово, девчонки, бегите сюда. Такое потрясающее маленькое кафе. Ну-ка сейчас посмотрим, что это у нас. О, там дяденька еще стоит. Да. Он, наверное, проводник. Здорово. Хулиган.